Привет, мои хорошие! Рада видеть вас на своем канале. Я надеюсь, что вы уже все подписались, чтобы не пропускать самые свежие и актуальные новости. А в этом видео я хочу вам рассказать о том, а как же действуют гормональные оральные контрацептивы. Очень много вопросов от вас я получаю в своей практике относительно того, что это за препараты. И давайте с вами разберемся детально, для чего они нужны. И как они вообще работают? Исходя даже из названия, становится понятным, что гормонально-оральные контрацептивы – это средства, созданные с целью контрацепции. И механизм действия гормональных оральных контрацептивов состоит из трех этапов. Первое – это то, что поскольку гормонально-оральный контрацептив содержит комбинацию гормонов, сродных к женским половым гормонам, это такие гормоны, как эстроген и прогестин, то благодаря этому гормонально-оральный контрацептив блокирует наступление овуляции, тем самым предотвращает нежелательную беременность. Второй механизм действия гормональных оральных контрацептивов, благодаря чему не наступает беременность, является сгущение слизи в шейке матки, за счет чего сперматозоид просто не может проникнуть вовнутрь. И третий механизм заключается в том, что гормональный оральный контрацептив приводит к изменению слизистой стенки матки. За счет этого оплодотворенная яйцеклетка просто не может прикрепиться к стенке матки. И из-за этого, собственно говоря, беременность не наступает. Я надеюсь, это видео ответило на ваши вопросы, а как же работают гормональные оральные контрацептивы. Если вы хотите получать еще больше полезной информации о женском здоровье, рада буду видеть вас в своем телеграм-канале. Мне всегда там очень интересно. Для того, чтобы попасть в мой телеграм-канал, переходите по ссылочке под этим видео. А я желаю всем огромного здоровья, берегите себя и до новых встреч!